Вау! Привет! Привет! Мы с Вовчиком тут порядок наводим, да, Вовка? Ага. Морковь. Ты что падаешь-то сегодня весь день? Устал. Устал? Ага. Короче, доски. Все доски сюда складываем, маленькие. Большие решила сюда сложить. Ну, потому что я их таскать туда не хочу, пусть они здесь в уголку лежат. Но, как вы видите, места немного не занимают. Буквально вот сантиметров 40, наверное, максимум. Ну-ка, Вова, покажи, как ты порядок делаешь. Короче, с этим шкафчиком не знаем, что делать. Сначала у нас здесь лежал. Сейчас начала сюда складывать доски, сюда его переложили. Хотим, короче, его реставрировать. Я так-то его все пыталась выбросить. Пойдем, пройдем. А, кстати, иди, ключи, бери папе, открой. А что, он уже приехал? Он уже приехал, да. Быстро. Вообще быстро, ну, я думала, дольше будет. Я думала, он только до дома доехал. Дошел, хотел сказать. Вова, верни. Да? Нет. Ну, ты ровно сделай, ровно, прямо. Еще раз поверни, значит. Точно? Да. Кат, иди, блин. Что за херня? Нет, посмотри, что происходит. Помнишь, я говорил, пытался ключ вытащить и случайно сломал себе руль, который произошел всего-то один день. Сломал прям напополам. Почти. Нет. Так мы, но не можем. Так, наверное, но. Так нет, ключ не это, не вылазит. Вот в чем дело. Короче, на, иди. О, точно. Не знаю, что, почему. Кстати, вчера женщина приходила к нам, это председатель Светлана. Вот только что мимо пришла. Мы уже поесть успели. Колбаски из индейки. Чай. Чай заварила со смородиной. Такая вкуснотища. Такая вкуснота. Чесноком воняет. Чесноком, луком, укропом, землей, короче. Всем. Кстати, эти перчатки вообще охеренные. Ох. Помните, я их покупала в Галамарте. Что-то еще было это зимой дело. Они стоили что-то рублей 10-15. Вот знала бы я, купила бы пар 5. Я в них хожу уже май, июнь. Ну, 2 месяца вот так вот. Вообще, что только с ними не делала. Видите, у меня даже тут этот изолента. И хоть бы хны, они вообще неубиваемые. Хоть бы хны. Бомба вообще. Почему-то чай на улице вкусный, дома я его не люблю пить. Тут надо выбросить подушки какие-то приготовить. Короче, вчера все эти дудки сняла. Ту-ду-ду-ту-ду. Я думала, они для этого. Все дудки сняла, целый пакет. Увезла домой. Вот завтра надо что-то с ними делать уже. Перемалывать через блендер. Видите, все бездудочные. Ни одной. Ни одной. Хотела ножницы из дома привезти. Забыла. Срезать-то их. Чтобы так раз, чик, и все. Чик, и все. А, кстати, не показывала уже вчера. Полки сделали. Полки из липы, естественно. А это доска сосна. Просто шифованная. Запах балдежный. Камни привезли. Сейчас будем менять бак.
будем менять бак на свой, который у нас дома. Что-то мы так подумали и решили. Новый поставим домой, этот сюда. Сюда машина въедет. Возможно. Невозможно? Знаешь почему? Будешь? Потому что там надо было открыть дверь, все это, отдать ключ. Ты не будешь? Тогда я чу, если не будешь, тебе даю просто. Ага. Ой, просто бомба. Кваса купили 2 литра. Пока ехали до сада, половину выпили. И сейчас сели все по стаканчику, и все, его уже нету. Надо 5 литров брать. Квас просто божественно вкусный. Ехали. Ну, я видела. А вон. 100 машин, 100-500 машин. А он сейчас оттуда в круговую, наверное, опять приедет. А, ну да. Гениально. Все гениальное просто. Гений, ага. Евгений. Ты, короче, этот помогатор дрыц-тыц. Помогатор дрыц-тыц. Помогатор дрыц-тыц. Один раз без перчаток доски таскала, столько за нос себе насадила, это вообще жесть. Так что больше я так не рискую. Нормально тут все забыли. Что, едет он, нет? Едет. А, вон. А та куда? А, на этой машине. Укроп, что ли? Привет, привет. Привет, привет. Чё? Укроп, говоришь, что ли? Где укроп? Под колесами. Не знаю. Что, снял? Быстро снял? Но. Что, снял? Что, снял? Снял? Что, бачок снял? Что, снял? Бачок, Надя, живу. А, я думал, на телефоне, типа, снял видео. Вон. Равно вот как одно узел прошел, что мне интересно вообще стало просто. Что, нормально зашел? Ну. Вообще подошел просто. Вот как раз бачок обновили дома. Ты тот-то не поставил, просто бросил, да? Ну. Мам, смотри, смотри. Не падай. Там надо переходники покупать. Алло. На, Вова, держи. Слушай, ну тебе идти на хомутом или что, ты на герметик посадишь? Вот это? Что-то он как будто бы выталкивается. Там просто это... Этой много. С этой стороны, считай, с этой. Мам, хочешь фокус? Mm-hmm. Это пал, мам? Хочешь фокус? Ну или убирай ее. Девка, ну что? Мам, давай, давай фокус. Смотри, ты думаешь, она туда вообще не пролезет? В эту небольшую. Ага. Ох ты, какой фокусник. А что туда заглядываешь-то? Туда. Туда, туда. А что мне делать? Так-то нам все равно там надо ревизию делать. Ревизию это что, креветь? Я кстати, у кого бани, каждые 3-4 года ревизию обязательно. Какие три у нас? Сколько баня? 2 года? Но. Даже 2 года, а не 3-4. Вот сейчас нормальная сила. Что, три канала подписываются? Что? У нас пошли. 3 канала. Мам, у нас ведь 3 канала. Что да? 3? Мам. Почему 3-то? Селфи-палку даже не знаю, где она находится. Так. Так. Блин, забыл.
этой палки. Железку. Железку? Ага. Ты копилку бери. Воду сливал, да? Ну. Там столько воды было. Зря черпал. Туда вытащить. Ага, надо одну снимать, потом переходить. Ой, что-то жарко. Солнце выглянет так жарко. Спрячься, так ладно. На, подержи же. Сядь на него. Я даже не вижу, что снимаю. Так. Ну-ка встань. Блин, нету снять. Так. О, смотри, смотри, смотри. О, какая красивая стружка. Че? Или что это? Какой красивый. Что это? Или мне кажется? Такой, ого! Не, он реально какой-то блестящий такой. Как блестки можно сказать. Как бронзатый. О, смотри. Давай просто вот так вот покажем, почему нужно делать ревизию. Видите? Шибер прогорел весь. Просто его надо сейчас снимать и выбрасывать. Да не снимай, пусть. Не, он все равно нам укорачивать надо. Он этот ни к чему уже. Смысла нету этого. Блядь, очки я думаю. Ничего не вижу. Щурюсь. Так, где молоток-то? Без понятия. Круче. Короче. Я считал, что тут герметика. Угу. Прям вообще не жалел. Это у меня самая первая печка, поэтому прям боязненно так делал. Даже перемазал все. Чё там шаришься? Ты опять эти дудки ешь, да? Угу. Вовка у нас как домушник сюда лазит. Лазит и вылазит и залазит, залазит и вылазит. Угу. Чё выглядываешь? Как бабушка. Ой, кто вот так упал? Ну всё, вылазь давай. Квас? Я тебе тарелки подавал. Да я что тебе? Подарок сделал. Спорю, что ли, с тобой? На тебе квас. Спасибо. Ладно, короче. У меня рука устала. Все, пока. Чмоки, чмоки. Пока-пока.